Досрочная выплата пенсии и пособий за 7 января в Беларуси начнется уже завтра. 5 января получить выплаты можно будет в Минске, 6 по всей стране. Накануне Дня работника соцзащиты вопросы пенсионного возраста, а также другие нюансы социальной политики нашей страны обсуждали на большой пресс-конференции. Через год в Беларуси начнет увеличиваться минимальный стаж работы. Постепенно, по 6 месяцев ежегодно, эта цифра вырастет до 20 лет. Но, как было заявлено сегодня, социально уязвимых категорий это не коснется. Инвалидам и многодетным матерям для досрочной пенсии требуется, как и прежде, 5 лет страхового стажа. Также на конференции сегодня прокомментировали вопрос увеличения пенсионного возраста в наступившем году. В Беларуси на сегодняшний день 27% – это пенсионеры. А прогнозы нам говорят о том, что к 2020 году пенсионеров будет еще больше, и цифры по оценке это будет 29% пенсионеров. И прекрасно мы с вами понимаем, что, ну, наверное, со временем, в будущем мы этот вопрос будем поднимать. А говорить о том, что вот в текущем году, в 2016 году, однозначно будет принято такое решение или нет, пока еще рано. Лариса Ишкова отметила, что на постсоветском пространстве такой низкий пенсионный возраст остается только в Беларуси, России и Узбекистане.